то телевидение приезжало сюда, блядь, нас не было, короче, мы уезжали на выезд, ебать, тут генералы приехали, тут подер мужество вручали, и пацаны генералам, бля, как начали мозги, блядь, говорит, ебать, мы сейчас оружие положим, идите вы нахуй, у нас поддержки нет, обороны нет, ебать, вы охуели, говорит, залез, говорит, генерал со мной в окоп сюда, ебать, говорит, слышь, побудь здесь сутки, блядь. Ага. А? А, ничего. И этот сын, начальник ПВО, и ему говорит, и сына своего, сука, сюда посади с нами, говорит, к которому он приехал ему этот орден мужества вручать, понял? И он говорит, ты и сына своего возьми сюда, и, сука, сюда в окоп залезьте, говорит, нахуй с нами посидите, вы, говорит, охуели в тылу, говорит, сидите, пидорасы, короче, как начали их ебать, телевидение там снимает, там, ебать. Меня не было, я хотел сказать про этого Гадаева, который, ну, незаслуженно получил героя России, блядь, за счет меня, блядь, вылез. Ему ж не героя дали, ему за мужество дали. И ему герой России дали, все уже в газетах, везде он. Герой России он. Вот. Я эту статью, блядь, прочитал, в газеты признали, говорит, читай, говорит, блядь, про своего командира, который за счет тебя получил героя, блядь. Вот там прям пиздец, что про него написано, да хуя, а мне просто, блядь, обидно, что воин, ты да? Пидоры. Да, блядь. Да, это второй день войны, он съебался, мне обидно, понимаешь? Я здесь 40 дней, а он пидор на передке, он с пацанами, а, блядь, а он пидор там, блядь, в России, блядь, пиво пьет, да, в Инстаграме там всякую хуйню выкладывает, гандон, блядь.